я одинокий волк, где-то бродит моя стая, рядом никого. Хороший. Огонь в сердцах, непобедима сила воли, им не ведом страх. Их не сломали ни предательство, ни ложь, ни боги. Они легенда, выше всех других в итоге. На поле боя первые, среди талантов первые, в расчетливости первые, принципиально первые. Они верны себе и лозунгу, слова и честь. Наемник знает цену слову, ненавидит лесть. Стаю гордых волков не сломить, они вечны, они будут жить. Тест номер один. Превращение вампира. Обескровили. Мы нашли клад. Два яйца. Драконьих яйца. О, смотрите-ка. Олег воспользовался силой аватара. Огонь. Я и не спорю. О, какая. Снимай крупным планом. Эту красоту всю. Стаю гордых волков не сломить, они вечны, они будут жить. Пусть меняется мир здесь и за чертой. Мерсенариес, мерсенариес. Ими правит холодная сталь, пусть не трогает сердце печаль. Если враг на пути станет черной стеной. Мерсенариес, мерсенариес, бой! Наша вот. Русская кухня, ребят. Вот, чаёчек уже. Конфеты, чай. Да, курица вот. С картошкой, с морковкой. Кетчуп. Кетчуп, это самое главное, кстати да. говоря. Водичка, ну, тоже. Для кого-то, да. Водичка очень главная тоже в этом деле. Да, негазированная. Самая вкусная вода, покупайте. Что я хочу сказать. Зачем вам в рестораны, в кафе, не ходите, не надо. И никуда не надо летать. Ни в Турцию, ни в Китай, ни в Японию. Не надо. Природа. Русская природа. Это все, что требуется. Классная еда. Руки замечательные. У Олега курица отличная. Я придираться тут даже нечем. Не пересолено, все в меру. Ну и приятного вам аппетита. Так, ребят, вот у нас барашек молодой, хороший кусочек. Тут уже осы летают на мясо прям, пришли к нам на походную кухню. Ребят, нас тут осы атакуют, короче. Вон их. Я не знаю, им тут наша кухня понравилась. А их там две даже. Да, я две утопил одним ударом. Как в этом, в басне, семерых одним ударом. А я двух ос одним ударом. Тут ничего делать. Все, в общем, вот так все красиво получилось. Ай, блин, я тут на осином гнезде, короче. Ну что, ребят, видали, как нашу баранину облепили осы? Сидим на осиновом уле, короче. Горается, поприкалываемся, пометаем ножи. Не перебарщивайте, видали, как горит жир сразу? Ова! Видали, какой жир на баране? Банда!